Ребята, всем привет! Сегодня у нас необычное видео на Новый год. Мне бабушки подарили 10 тысяч рублей, и я хочу купить подарок для подруги на Новый год. Да, я до сих пор не поздравила свою лучшую подружку с Новым годом, хотя уже 17 января, надо бы уже. Мне стыдно, поэтому мы сегодня с вами поедем в торговый центр и купим наконец-таки подарок для моей подружки. Мам, ты будешь не против, если я эти 10 тысяч потрачу на подарки? А что ты будешь покупать? Ей можно и сладости купить, аллергия у нее нет, также что-нибудь для лица, косметику, в общем, что мы найдем классное, то и купим. Можно и канцелярию, наверное, да? Но я, в принципе, не против, если ты потратишь деньги, потому что это твои, это твой подарок. Да. Ты сама распоряжаешься этими деньгами. Но сладости я буду покупать не в обычном магазине, а именно в ларьке, где всякие американские сладости. А, я поняла, куда ты хочешь. Да. Подруге, которой я буду дарить подарок, вы ее не знаете, поэтому можно сказать, это секретная подруга. Да. Привет. Секретные подруги тоже должны быть, да. Все, погнали. Погнали. Я уже приехала в тот торговый центр, в который и планировала приехать. Мы прошли к витрине, где просто огромный выбор сладостей, и тут она вся в сладостях, поэтому мы будем закупаться конфетами. В общем, погнали, выбираем отсюда. Тут есть всякие разные милки, шоколадки. Мне нравится вот это, но я еще не знаю, буду ли я покупать или нет. Но хотя она стоит всего лишь 150 рублей. Toxic Waze. Ребята, помните, когда я была маленькая, мы пробовали эти конфетки? Ссылочка на это видео в описании. Стыдно. Стыдно, очень стыдно. В общем, я хочу взять одну баночку, просто поржать завтра. Давай возьмем, да, мам? Я пробовала зелененькую и пробовала красненькую. Возьмем либо оранжевую, либо желтую. Хотя красная очень классная была, поэтому я сомневаюсь. Ребят, я 100% уверена, что в подарок я возьму какой-нибудь из этих напитков, потому что смотреться будет очень ярко и красиво. Скорее всего, я возьму Skittles. Еще на другой стороне есть другие напитки, поэтому мы еще будем выбирать вместе с вами. Также я хочу взять какие-нибудь Поки. Мне нравятся вот такие разноцветные, они классно смотрятся. И также мне нравятся вот такие. Мам, ты бы какие выбрала? Тутти-фрутти или с бананом? Тутти-фрутти. Ну хорошо, тогда возьмем их. Здесь мне больше ничего не нравится, переходим дальше. А вот эти вот бананчики всякие, тут палочки. Нет, я думаю, что пока мы такой не будем брать, потому что я знаю, где есть еще покруче. Смотри, а пицца какая-то классная прям. Ну пицца, я думаю, в подарок не очень. Так, давай дальше, передвигаемся сюда. Тут стоят унитазы, кола, ежевика, клубника и яблоко. Это как бы чупа-чупсик, и там внутри, типа, да, начинка. Ура! Давайте тоже возьмем такой унитаз. Какой, как думаешь, взять? Мне кажется, ежевикой синий, он еще язык будет красть, а я об этом не скажу ей. И она будет ходить с синим языком. Классно. Она не обидится? Нет, это же сладости, вы что? Так, также я хочу взять еще вот такое вот ведро с Орео. Оно такое классное, там маленькие такие Орео с клубничкой. Такие швепсы, кола, чупа-чупсы. Я думаю, что такие напиточки очень классные. Я вообще изначально такое хотела взять, но что-то я еще сомневаюсь. Если я возьму тот напиток, то второй уже будет ни к чему. Еще тут есть такие вот Орео с айс-крим. Я хотела взять такие, либо просто с ежевикой. Они на той стороне, в общем, тоже будем выбирать потом обычные Орео, необычные. Тут еще есть такие жвачки, но жвачку я возьму лавы с коробочки большой. На той стороне тоже находится. Тут есть еще бенбузлд, просто куча бенбузлд, которые мы брать, разумеется, не будем. Да. Возьмем Toxic Waze. А это какая-то граната кислая. Я думаю, штуку не надо брать, она же девочка. О, детство, просто детство вспомнилось, смотри. Всякие желейки тут есть. Вот такая шоколадка с карамелью. Я хочу взять либо эту шоколадку. Мам, как думаешь, какую взять? Соленой карамелью или вот такую с малинкой? Ну, мне больше по виду нравится с малиной. Мне тоже. Ну, давай ее тогда возьмем, окей. Маршмеллоу, чипсы, подушечки со вкусом васаби. Смотрите, какие тут есть напиточки вообще классные. Но, к сожалению, я их брать не буду. Если что, прости. Прости. А еще тут есть вот такие вот пунши. Соки, тут даже написано вот по-английски. В общем, интересно, что это из США. А вот и наши ловыски. Тут есть обычные, но я хочу взять с бананчиком, наверное. А что же у нас находится здесь? Давайте смотреть. Тут есть огромный маршмеллоу, опять гранаты, туалеты наши самые любимые, еще какие-то бенбузлд. Кстати, это какие-то... Это новый бенбузлд. Мама. Смотри, это бенбузлд, который, короче, он острый. Давай возьмем.
типа он острый, классно. Эти токсиковые кислые, очень кислые, а эти будут очень острые. Берем. Ура, классно. Завтра будет такой гениальный день, я буду над всеми издеваться. Это был адский смех. Мы еще не смотрели здесь батончики. Вот, в общем, есть вот такие плавыски, либо с клубничкой, либо с бананчиком. Мне кажется, будет очень прикольно и ярко. И вот эти Орео. Все, покупаем вам, да? Угу. Я пришла в магазин Худжи с канцелярией. Тут есть и слаймы, и все такое. Ручки, рюкзаки. Но я сюда пришла делать не просто обзор канцелярии, а пришла выбирать подарок для своей подруги. Так, поэтому я иду сразу в мелкую такую канцелярию, которая войдет в любую коробочку, в любой пакетик. То, что я здесь нашла, это вот такая лапка, корректор. Я, наверное, возьму таких две, потому что подарок я делаю не только своей подружке. Также тут нашла вот такой прикольный тоже корректор, айскрим мороженка. Мне нравится очень такой, поэтому я возьму и себе, и подружке. Я возьму два, а там мы уже определимся, кому какое. Еще есть такая интересная линеечка, как единорожка, класс. Еще есть такой огромный корректор, очень круто. И вот такие мне очень нравятся, смотри. Огромный типа пончиков, а или это даже скотч, видишь? А это тоже, да, скотч? Это тоже скотч. Это, в общем, скотч. Мама, смотри, какая подушка. Класс. Вот такую ручку я еще хотела взять, она очень классная. Ручка сквиши, авокадо, классно. И также есть лапки вот такие. Но я хочу взять, наверное, какого-то зелененького, вот такого красивого. Это желтенький. Нет, это зелененький, а это желтенький. Возьмем беленького, все, я определилась. Ребята, я уже пришла в подружку, куда же без подружки. Тут есть и косметика, и чехлы на AirPods, которые я уже взяла. Я выбрала вот такой классный чехольчик. У нее AirPods первый, который ей очень удобный, поэтому такой классный чехол я выбрала. И две масочки. Они такие классные. Это с черри, с вишенкой, а этот с виноградиком. Очень классное сочетание. И куда же нам без помадки? Выбор тут огромный. Кстати, вот эти новые, я такие не видела. Классные. Вот, но я выбрала вот такую помаду. Только нам остается выбрать запах такой помадки. Есть кофе, очень крутой, мне кажется, будет аромат. Также есть лимончик, клубничка тут еще есть. Обратите внимание, я не беру объемную помаду, потому что хочу, чтобы моя подружка брала помадку с собой в школу. Также тут есть манговая помада, голубика и миндаль еще тут есть. Очень классные помадки, но я не знаю, я хочу взять либо капучино, либо лимончик. Лимончик, он будет такой, знаете, кисленький или сладенький, а вот этот будет вкусненький, но вскоре он надоест, потому что у меня такая помадка уже была, я возьму лимончик. Стоит она 185 рублей. Чехольчик у нас стоит 295, масочка, не написано. Масочки стоят 99 рублей, я решила взять несколько вкусов еще. То есть я еще к этому возьму яблочко, вот грейпфрут, я думаю, брать не нужно. Хотя этот мы уже взяли, этот тоже взяли. В общем, мы взяли все, кроме грейпфрута. Давайте его тоже возьмем. Всего 4 масочки получилось. Дома все будем укладывать в коробочку. Я уже нахожусь дома. Вот подарок моей подруге. А это вот то, что купила я себе. Себе я купила вот такой корректор в виде мороженки. Давайте его сразу откроем. Купила я его в Худже. Вы все видели на камеру. Вот такой, это типа мороженка с какао. Вот такое классное. Мне очень нравится оформление. Такой же корректор я купила для своей подружки. Только зелененький, мятный, очень классный. Его я уже открывать не буду. Также себе я купила вот такие Toxic Waste, которые я завтра буду есть со своими одноклассниками и угорать. Так, и также я купила вот такие острые бинбузл. Там вообще нет пощады, там только острые вкусы. Халапеньо, хабанера, каролина, пеппер, каролина, перец какой-то. В общем, очень острые конфеты. Тут, видите, написано даже какие где. Этот самый острый. Страшно, очень страшно. Ладно, придется на это решиться. Надеюсь, вам понравится подарок, который я приготовила своей подружке. Давайте начнем его обзор. Самое классное и яркое, это вот такой напиток Skittles, яркий, очень классный и красивый. Следующие вот такие конфетки лавы, сливочные, с бананом. Палочки Поки, вот такие крутые, разноцветные, вау. Хотела вам снимать цены на калькуляторе и забыла, ребята, простите. Вот такие Орео с этим, с напитком, с мороженком. Пробовали такие? Я нет. Так, следующая помадка с лимоном. Корректор мятная мороженка. 4 масочки с яблочком, грейпфрутом, виноградом, вишенкой. Вот такая крутая ручка. Жвачка с манго. Очень классная, ярко-оранжевая. Унитаз вот такой. Веселый горшок.
стыдно. Моя подружка еще не знает, что этот унитаз красит язык. Я надеюсь, что она съест унитаз в начале дня и целый день будет ходить с синим языком. Будет очень круто. Там уже написано? Не написано? Она не написана. Следующий вот такой чехольчик на AirPods. Очень классный. Я знаю, что она любит всякое такое яркое. Так, дальше идут вот такой наборчик мармеладок. Я такой набор не снимала вам. Он такой яркий, красивый. Тут разные глаза, скелеты, ананасы, кока-кола. В общем, крутой набор. Специальный магазин, где продают только мармеладки. Сладости всякие. Потом такие вот конфеты с начинкой. Ой, а она развернутая была. Это была не я. Так, и вот такой батончик с Орео от Милка. А, это Орео и Милка. Теперь укладываю это все в коробочку. Я выбрала вот такую классную. Она желтенькая. Такая крутая. Открываем, а там она красная. Дома у меня лежали вот такие конфетишечки. Кладу сюда. Вот так, совсем чуть-чуть. Еще я купила специально золотистую ленту, чтобы упаковать подарочек. Масочки я кладу на дно. Вот прям вот сюда. Так вот красиво, красиво, красиво. Так, давайте что дальше кладем? Можем положить вот этот наборчик крутой ловыски. Тоже сверху масочек, чтобы было круто. Вот так. Гениально, господи. Муа. Сверху еще можно положить помадку. Нет, помадки не входит. Я еще не знаю, куда ее положить, пока уберем. Бутылочку положу сюда. Орео положу рядом с бутылочкой. Вот так, гениально. И батончик с Орео положу рядышком. Палочки Поки я положу сюда. Корректор я положу сюда. Помадку я положу вот сюда. Можно заново? Ребята, в общем, я помучилась и с горем пополам наконец-таки собрала подарок так, чтобы все здесь вошло. Сейчас я вам так аккуратненько покажу, что куда я положила. В углу стоит ловыска, дальше лежит чехольчик для AirPods. В углу стоит унитаз, горшочек, прикольный горшочек, Орео, а под Орео у нас коктейль Skittles. Дальше идет жвачка, ручка, батончик с Орео, помадка. Корректор. Здесь у нас мармеладки. Поднимаем мармеладки. И там у нас конфетки такие. А снизу конфеток у нас масочки. Так, это сверху. А в углу лежат Поки. Это все. Гениальный подарок. Мне очень нравится. Закрываем вот так. Типа это вот так вот надо открывать. По идее тут лицо. Так открываешь. И у тебя здесь такая красота не ожидает. Круто. Так, раз. И теперь нужно это все завязать. Ребята, кстати, у меня не все деньги ушли на подарок моей подруге. Это очень хорошо, то, что я еще могу себе потом что-нибудь купить. А вот такой, кстати, подарочек у нас получился. Вот так мы завязали бантик. И здесь открыточка. Снизу написано, для кого этот подарочек. А я вот сегодня специально для вас, как по обещанному вчерашнему видео, сделала зеленые тени, которые уже немножечко смылись. Но в начале видео они были очень яркие и красивые. Да, кстати, ребята, вы уже набрали 25 тысяч лайков под прошлым видео. Я наконец-таки пойду закупаться косметикой. И спасибо! Но, к сожалению, это видео с косметикой будет через неделю, потому что на этой неделе у меня не будет времени это снимать. И идти за косметикой, к сожалению. Дори моя. Зато я буду жрать бенбузл с Туксик Фейс. Я это съем за один урок, я вас уверяю. Ну, мы, точнее, съедим. Ребят, я сегодня была в трех магазинах, поэтому поддержите меня лайком, я справилась. В общем, да, и очень крутой подарочек у меня получился. Надеюсь, что он понравится моей подружке. А я очень довольна этим подарком и вообще своим днем, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока!